В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел в актовом зале управления МВД России по Одинцовскому округу состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В конкурсе, который проходит в регионах России, в том числе в Подмосковье, принимают участие ребята в возрасте от 6 до 14 лет, дети полицейских. Три лучших рисунка из Одинцова будут представлены на всероссийском этапе.